И всем привет, друзья! Привет-привет! Место встречи изменить нельзя. Снова у нас на канале 10 коробок из магазина потерянных посылок. Вот такие вот у нас сегодня огромные-огромные. А начнем мы с самой маленькой. Вот так вот я так выразился. Маленькая, но тяжелая, увесистая, поэтому, возможно, там будет что-то также увесисто интересное. И это черные штуки. Еще открыта одна, смотри. Так, ну это, как они, петли. Ой, еще интересные. Смотри. В черном цвете. Обычно идут две такие штучки с двух сторон, видишь? А тут именно прикол приколом. Так, две пары. И саморезы. И сколько их там? Не знаю, придется сейчас считать, сколько их там. Пока мы будем считать, сразу тогда и поищем цены. Товар на сайте Amazon. Да, ой, друзья, вы не поверите, их там 50 петель. То есть 25 пар, 50 петель. Как бы, что мы с этим будем делать? For kitchen cabinet door, но не для нашей кухни. У нас отверстие вырезано под петлю. А здесь оно, видишь, оно снаружи вешается. Угу. То есть петля будет видна снаружи дверцы. Угу. Вот в чем и прикол. То есть петля добавит какую-то изюминку, возможно, к белой кухне, к декору. Но это надо также менять ручки. Но нам она не подойдет. И цена, вот смотрите. $57. Ого. $57 уже нормуль для такой маленькой коробочки. Как бы мы вот вроде бы подумали собирать фурнитуру черную, но не с этими петлями, наверное, поэтому жалко. А можно было... красивые, да? Ну, они вот именно добавят вот красоту вот снаружи, изюминку. Да, вот. Ладно. Ладно, да. Да, будем продавать. $57 я сейчас запишу. Так, итого, с петлями мы разобрались. Переходим к самой большой коробке на сегодня, которая еще и дребезжит. Давно нам такие не попадались, давно. Так, ничего не понятно. Да. Черного цвета. Понятно, что черного, да? Интересно, что. Так. Металлическая какая-то конструкция. Органайзер какой-то. Большой. Стопудов большой органайзер. Вот видишь, попадается нам уже мебель. Получается. Наверное. Ну да. Но оно такое большое, что это может быть? Ну. Есть идеи? Так интересно, смотри. О. Ножки так сделаны, с этими ребристыми штуками. Ну, технология другая будет. Короче, да, сейчас мне придется чесать голову, или как скажут. А и нет инструкции, а здесь в коробке что? Как в простонародье, а здесь, наверное, фурнитура. Давай, наверное, покажем. Крепеж какой-то. Как в простонародье бы сказали бы чесать репу. Так, ну, я так смотрю, три полки вроде бы там. И даже никто не открывал. Вроде как, да. Да, есть шанс, что все детальки на месте. Вот, вот о чем мы постоянно переживаем, что какая-то одна деталька выпадет и все. И... так, ну вроде бы тут запечатан, тут запечатан, тут. Это к стене крепеж. Трубочек куча. Может, шкаф какой-то, да, или что? Нет, так. Инструкции? Нет, инструкции нет. Ладно, как ты будешь, не знаю, собирать? Сейчас мы вот эти штуки достанем. О, такие и глубокие. Она крепенькая. Да. То есть, ну, она даже вот не гнется. Знаешь, обычно берешь, вот как нам прошлые попадались. А это прям такая сварочка, смотри, такая аккуратненькая. Раз. Может, для обуви, я не знаю. Не знаю, а может опять в твой... клозет. Ну, такая большая, я не думаю. Это к двери, огромное. На дверь. У нас уже что не попадалось только. И под дверь, и на дверь, и до двери, и под умывальник, на умывальник, через умывальник. Да. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал. Для вас это простое спасибо, а нам это поможет росту нашему каналу, чтобы YouTube дальше продвигал наши видео. Будем расти мы, будете расти и вы с нашей историей. Все, погнал я тогда собирать, сфотографируем и цену тоже узнаем. Ой, друзья, ну посмотрите, какая красота. Кто знает, что это?
Это полка, органайзер над, непосредственно над вашим белым другом, который у вас дома, ну или какого цвета у вас там, то есть над туалетом. Что я могу сказать? Очень быстро, удобная в сборке. То есть, видите, вот эти ребристые штучки, то есть вы можете пересаживать эти полки, переставлять на любую высоту, куда хотите. Очень удобно. Да, ну более-менее стабильно. Глубокие сами полки, то есть не будет широкие. Ничего падать, выпадать. Широкие, даже вот смотрите, даже пластик подстелен, если там шампунь или еще что, покупался, поставил там. То есть все можно, духи, косметику, мне кажется, сгрузить с вашего умывальника или у кого не в умывальнике, у кого в тумбочке, если неудобно доставать с тумбочек выдвижных, то можно поставить сюда. Мы о такой мечтали. Да, в мы, свое время. Да, до того, как мы думали, что нам придумать в нашем... Как это? В нашей ванной комнате. Да, в нашей ванной комнате до того, как мы повесили туда полки. Да. Поэтому все, больше этот друг туда не попадет, но, возможно, кому-то повезет и достанется ему. Поэтому давайте посмотрим цену. Друзья, товар на сайте Amazon. Посмотрим сначала картинки. Ну, вроде как организация в ванной комнате будет. Да, да? Смотри, с цветочком даже, как ты хочешь. Там еще сбоку есть крючки вешать, полотенечко всякие. Все такое. Над биде, смотри, как оно красиво все смотрится. Можно в зале поставить. Можно вот в туалете опять. А потом в зале опять. Да и вот показана система, как это весь крепеж крепится. Очень удобно, да? Да. Смотри, он даже на балконе. Да ты что, Нет. Так, я задумаюсь. Это хорошая идея. Это очень хорошая идея. Смотри, да? Да. На зиму огород. Да. Фитолампы у нас есть. Все по полочкам. Ну все. Наверное, да, мы оставим себе. Вот так вот. Попалась злополучная картина. Да и в лондре, смотри, можно тоже. Не обязательно. Блин, а в лондре нам не помешало бы. Да. В общем, хотя будем у нас полки думать. Тоже в лондре мы придумали на магнит. Блин, настолько разнообразия всего. Можно одно теряешь, одно убираешь, другое ставишь. Да. Благодаря этому магазину. Мы цену показали? Мы цену не показали, а цена, друзья, цена просто восхитительная. Просто восхитительная. 70 долларов. 70 долларов. Но. Но. Плюс доставка. 35 долларов. Да. Но это за вес, потому что она увесистая. Вот это мы 100, ухватили. 105 долларов. Вот это коробочка. О май гад, о май гад. Ну что ж, двигаемся дальше. Не, или как там? Ну что ж, двигаемся дальше. Чуть не упала. Аж тогда подогрелся энтузиазм такой. Энергия появилась. Что-то новое, как всегда. Смотри, что-то опять новое в нашей распаковке. Вот это мне нравится. Ты поеди. Так. Открыли мы коробку. В коробке еще одна коробка, на которой написано, беспроводной зарядная LED настольная лампа. Ух ты, я даже перевел. Это бывает такое, что я не могу. Интересно, давай, поскрывай, так. Показывай. Да. Может... Беспроводная лампа, да? Не-не-не, беспроводной зарядник. Скорее всего, на лампе просто можно заряжать, как обычно сейчас уже делается, попадается. О, черный, да. Смотри, все черное попадается. Итого. Оно. Так, welcome сразу, смотри как. Да. Ты раз откроешь, welcome. Да. Добро пожаловать в мир ламп. Так, настольные лампы у нас уже, ой, столько разных попадалось. Да. А возможно, она беспроводная, ты права. Ух ты, ого, и смотри, легкая, да? Чик-пик. Что легкая, да. Вот это что? Ну, это... неустойчивая, да, наверное? Ну, а зачем тебе? Что, у нас ветер гуляет? Ну, да. Ты поставил. Ты же хотел. Типа я, да? Не, вот зарядка, давай подключай. Нет, а может она и проводная, кстати. Такие мы тут, друзья, такие вот мы. А может то, а может это. Ну, значит что, первый зарядник Лена, допустим, испробовала, и не сильно он заряжает хорошо. Какой зарядник? Для твоего телефона. Нам попалась в какой-то распаковке, я уже не помню, 12-й там. Входила туда в маленький ночничок.
колонка. Зарядная и колонка блютусовская. Вот Лена попробовала зарядку, то есть она заряжает, но очень-очень. То есть все зависит от сколько будет энергия давать. Ну и все, да? Так, не, подожди, не? А, разбирайся. Может... О. Ой, хорошее освещение, тоже уклон. О, нет. Да? Угу, хорошая лампа. Интересно, ее так можно даже. О, это фитолампа. Excuse me. Так, хорошо. Еще одна. Скорее всего, таймер есть, да. Цвета от белого до теплого. Угу. Яркость больше, ой, меньше. Да. Хорошо освещает, но в принципе, да, что для настольной лампы надо. Поэтому у нас уже разнообразие небольшое, но есть. Особенно вот мы все, вот мне все хочется, вот все хочется к нашему компьютеру что-то. Никак вот не доберемся. К старшей мы определили, к младшей. Ну, когда-то полежит, но пока она вырастет, будут другие технологии. Главное вот эта штука, чтобы заряжала. Где твой телефон? Зарядка идет? Нет. А, вот, все. Да. Заряжает. И вопрос, насколько он мощный, насколько быстро он будет заряжать. То есть, скорее всего, там всю ночь. Наверное, они рассчитаны всю ночь заряжать. Это не так. Ты кинул на 5 минут, тебе 50% зарядил. Все. Лампу, значит, думаем, оставлять или нет. Это будет думать моя жена. Любимая. Но если тебе надо возле компьютера... Ну, хотелось бы. Просто мне не нравится то, что вот эта часть, она забирает место, да? На столе. Да. То есть хочется сюда что-то компактней, да? Ну, или пусть она в высоте будет как-то объемней, но здесь... Более компактный. Да, ты права, ты права. Не занимать место пол стола. Видишь, одна голова хорошо, а две еще лучше. Поэтому подумаем вдвойне, а пока посмотрим цены. И тоже на Амазоне. Симпатично. Ну, тут фишка в самом зарядном устройстве, правильно? Ну, и то, что минимум занимает сама лампа, то есть она тоненькая. Ну, вот, да. Ну, если понятно, на столе все минимально, то лампа тоже будет занимать минимальное место. Ну, возле кровати не уверен. Хорошо. Сколько цена? $36. $36, отлично. Было 46. Для такой лампы. Да, мне понравилось то, что она гибкая. Открываем следующую коробку. А в коробке у нас... Что это за прикол такой? Так. Ты что? Прилип, тишу. Вот то дает. Вот то дает наш магазин. Еще один. Еще заварник. Один. Очередной. Заварник, думаешь? Ну, вроде как. Даже цвет здоровый. Красивый. Смотри, какой он, походу, больше, чем тот. Да. Ну, оно я сейчас быстренько открываю. Так, аккуратно, пенопласт. О, вот этот пенопласт мне нравится. Смотри, как. Да. И ничего не сыпется. Все спрессовано классно. Блин, один достаешь, так там. Так. А нам такой попадался с такой крышкой, помнишь? О, так. Ну, смотри. Ого, тут заварки можно насыпать на 3 литра. Я не думаю, что это. Смотри. Да. Это знаешь почему? Потому что если воды ты нальешь, ты не хочешь много воды, правильно? Ты налила на донышке, и он тебе заварился все равно. А вот такие, как у нас, ты на донышке нальешь, он до него даже до того чая не достанет. В этом весь плюс, да. Прорезиненное все. Mm-hmm. Удобная ручка большая. Видишь, все рукой можно взять. Цвет красивый. А цвет, да, под наши подушки. Под наши подушки, да. Ой, я уже влюбился, оставим? Да, конечно. Ой, красавец, красавец. Новенький, стильный. Ну, красивая посуда попадается, друзья. Вообще. Посуду мы не продаем, это точно. А что у нас? Вон растут тоже. Две. Тоже им посуду нужна будет в жизни. Раньше посуда передавалась сколько поколений? 3 поколения, наверное. Так, хорошо, давайте сфоткаем, посмотрим цену. И тоже на Амазоне хорошие отзывы. Боже, какая красота. Все, мы влюбились в этот заварник. Чистая любовь, да. Хорошо. На 400 литров. Да. Керамический большой заварник. Да, потому что иногда нам уже становится не хватать нашего, насколько там у нас, на 700?
Классно то, что крышечка, она не снимается. Обычно бьется либо крышка, либо вот этот носик. Ну, в керамическом, но у нас же давно не было керамических. А вот последний, который нам попался в прошлой распаковке, тот большой белый, кто не смотрел, да, может зайти посмотреть. Вот там вот крышка слетает, да, она шатается. Да, да. Прям с новыми технологиями, с заливкой. И цена на такую красоту? $44 керамический чайник. Да. Ну вообще. Поэтому, друзья, кто не хочет пропустить коллекцию наших чайников, подписывайтесь на канал. Это поможет росту нашему каналу, потому что большинство зрителей до сих пор не подписаны на канал. И это также поможет продвигать наши YouTube-видео. А мы продвигаемся дальше. Так, давайте... Не, я вот... Все-таки пойду по линиям. Открываем следующую коробку. По порядку. Да. Итого. Ну ты что, опять коробка? Вот мне нравятся коробки, ты знаешь. Это постельное белье. Нам попадалось и не раз. Ой, ну что же разваливается. Такая фирма попадалась. California Design Den. У них хорошее белье, качественное. Что у нас получилось? 100% Extra Long Staple Cotton. Я не знаю, что хлопок. Это означает. Ну, в общем, хлопок. На Double Sheet. Double – это, скорее всего, Full или да. Thin? Нет, Ульянина. Full? Угу. Да. Ну, повезло, Ульянина. Очередная постель. Какого цвета? Белого? Или нет цветов? Ладно, давайте вскрываем, посмотрим, что это тут. Гадай, Антон, давай, открывай коробку. Так, быстрее. А ну подожди. Здесь написано, кстати, флачит. Это просто на резинке. Просто на резинке, простая простынь. Да. И две стандартные. Хотя пишут... Стандарт и квин. Да. Там даже большие, наверное, будут наволочки. Так. Редко попадаются, кстати, нам... Пододеяльники. Ну, да. Больше просто на резинке. Пододеяльники нам вообще, это да. Это один или два нам как будто люди не укрываются здесь, да. В Северной Америке. Смотри, а мне больше всего не нравится, как они упаковывают. Боже, никто даже не разворачивает. Аж не хочется, да, открывать? Смотри. Да. Чистое, белоснежное, да. Белое. В общем, хлопок. Ой ты. Ульяниная. Ну. Ульянин размер кровати. Да. Белая. Ну, она и сейчас спит. Ну, вот здесь простынь, а вот то, что мы говорим, квин размер наволочек. Получается, видишь, они большие. 4 наволочки? Две наволочки. Там написано было... Стандарт или квин? Ну, как бы это слаж. А я думаю, не-не-не, слаж. Стандарт, квин. То есть, куда подходит? Или на стандартную, или на квин? Ну, просто они, смотри, какие огромные. Ой, я рада такой находке. Так, все. Давайте, чтобы она не за... И как-то эффект кулинг присутствует, угу. Да? Вот, поклади руку. Так я лицо могу. Она вот, сразу чувствуется. Замерзла эта сторона. Так, ну все, оставляем Уляшки по-любому. Да. Будет ей на сменку много чего. Так, вроде бы правильно я по-заводски сложил. Ты молодец, да. Смотрим цену. Давай, цену смотрим. Ого, ты видел, какие продажи, сколько отзывов хороших? Ну, популярная фирма. Да. Друзья, значит, та же фирма, тот же размер, цвет, только, ну, как бы, немножко цвет, отличается. Да. Полосочки тут добавляются. Да. Просто нету в наличии именно чисто белого цвета, именно такого наименования, на 500 thread count. Это плотность нитки. Да. 500. Поэтому то, что нашли, и цену сейчас покажем. А цена на такую в общем, постельную? $85. 85, вот, да. Размер. Это с учетом скидки было 95. А боже, нам повезло. Нам повезло. Нам вообще всегда везет. Всегда. И пока нам везет, мы будем открывать коробки. Дальше. Да. Так, тут у нас... Ой, ну не может быть, ну не может быть. Смотри. Да. Снова. Очередная штора. Не знаю, радоваться или разочаровываться. Цвет такой интересный, яркий. Давай. О, а вот показывай. Смотри. Вот, ну вот это мне нравится. А в тех не было? Да, там ну просто наклеен пакет. Итак, аккуратненько достаем. А фирма нам это попадалась? Да. В прошлый раз тоже самая фирма попалась. Но были зеленые шторы.
Dark Forest Green. А ты смотри какой, а? Да. Нежный такой цвет. Еще и foil, а, foil printed называется. То есть вот эти вставочки, типа фоль, как фольга. Серебряные. Ну. Давай, разворачивай. Blackout? Да, Thermal Blackout. Эта фирма, я смотрю, все постоянно Thermal попадаются. Так. Так. Ой. Ой. Они маленькие. А, короткие. А ну, немножко отойди, Антон, пожалуйста. То есть они, знаешь что? Они пойдут, могут пойти на маленькие окна. Смотри. На одно окно, вот, допустим. Ну, они широкие, мне Широкое, кажется, да? Ну, вот на одно, вот, вот как у нас в кухне. Симпатично. В принципе, тебе нам попадался такой же принт, вроде бы, тюль, не? Зеленый. Я уже не помню. Так, друзья, отвечаю на вопрос по поводу штор. Те, которые нам нравятся, мы оставляем. Да. И у нас их много достаточно. Я понимаю, что вкусы могут поменяться. Сегодня одно, завтра другое, мода меняется. Поэтому единственное, что нет времени повесить. Пока нет что? Времени, потому что ничего сейчас страшного. Лето, и мы все-таки стараемся ухватить кусочек прелестного времени с семьей. Поэтому пока вот так. Ну, вот эти я классные, не знаю. Классные, красивые, яркий, насыщенный цвет. Ничего плохого я сказать даже не могу. На ощущение. Да. Тактильность, приятность. Хорошо, ну это уже все. Моя хозяйка решит, куда она хочет, подумаю, что хочет. Поэтому давайте посмотрим цену. Мне кажется, такой цвет популярный. Угу. И чайник нам попался. И у нас декоративные подушки в этом цвете. Коврик кухонный, на котором мы стоим сейчас, да? Ладно. Интересный просто цвет, специфический. Так, вот так как-то. Симпатично, да. Все, тогда переходим к цене. Цена нам показывает. Размер наш меньше, 52 на 63. Нет, отнеси туда. Вот он. Другого Его цвета. Нет в наличии, есть серый, получается $48. Да. Только цвет другой. $48 за отличнейшие шторы, blackout, еще и термо, который, скорее всего, задерживает солнце и все такое. Где там будет прохладненько, наверное. Скорее всего, мы пока этот эффект не ощутили, но да, мы от жалюзей тоже, в принципе, хотели бы избавиться. А еще они у нас не пластиковые, деревянные. Да. Многие пишут, дышите пластиком. Угу. Нет, они у нас деревянные. Не, мы дышим свежим воздухом, который нам система закачивает круглосуточно, нон-стоп, через весь дом. Вентиляционная система. У нас она не останавливается. А я уже открыл следующую коробку. А в следующей коробочке... Что-то красивое, деревянное. Досочка, досочка. Да? На кухне? Да. Но она тяжелая. Запечатали, так запечатали. Заводская склейка. Ого. Да. Еще пакет. Да. Еще в одном пакете. Да. Вакуумная упаковочка. Так, у меня есть предположение. Я не уверена, конечно. Он такой использует... Ну, типа а-ля картины, декор. А, думаешь? Да. Ну, не знаю, а мне кажется, досочка. Да, ты думаешь, просто вся красота там. Так а для чего она вообще? Ну, я не знаю, может, кто-то интересно было так нарезать. Стиль мне кажется, или как, где правильно ударение ставить на... Ну, типа вот так бы? Ну, типа того. Ну, я вроде что-то такое видела, сейчас можно. Ладно, не пока знаю. Не открываем, да? Да, давай поищем, посмотрим, что за стиль такой у этой досочки. Но она просто тяжелая, классная, и мне кажется, будет даже качественно на ней рубать мяско или отбивать там отбивушечки. Выдержит. Хорошо, что я тут гадаю, я не профессионал ни по кухне, ни по досочкам, поэтому смотрим цену. Ой, друзья, в общем, на AliExpress. Да. Это там самые дешевые цены. Значит, на Амазоне будет еще дороже. Цена канадских $39. Это с учетом скидки было 54, смотри. Да. Ну, хорошая досочка. И плюс доставка 7,84. Так, одна фотография
Но мы не поняли, к чему. Да, там то есть подожди, есть... Точно, разделочный, да? О скандинавском стиле. Ну да. Не знаю, что за стиль, поэтому, друзья, пишите. Главное, что мы нашли, что это досочка в скандинавском стиле. Для чего вот эти вырезы? Я не знаю, может там лапшу нарезать как-то интересно. Или там пельмешки катать какие-то. Хорошо. Итого, $46. Да, смотри. Ну, хочешь использовать для декора своего? Нет, это, наверное, даже если это доска, да? То она будет красиво смотреться. Просто стоять? Да, под стенкой. Такие, попалась досочка, просто будет стоять. Да, дорогая! Конечно, если я такое оставляю. Хорошо, давайте следующую. Тоже маленькую коробку открываем. Так, друзья, извиняемся за звонки. Просто продажи идут нон-стоп. Не прекращается, люди приходят и приходят. Поэтому давайте, мы уже открыли. Смотрим дальше, что у нас тут. Что это такое вообще? Ой. А я догадываюсь. Вот то прикол. Это крючок. Да. А ты знаешь? Который крепится у меня вроде как на стену, да? Для подвесных горшков. Ну, вроде как, но не на, ну, как бы на стену, да, ты права. Но я думаю, на вход. На улицу, да, на крыльцо. У нас такое же висит. У нас на патио нет ничего. Я бы хотела. Точно. Ну, не знаю. Ого, какая красота. У нас один, да, на крыльце есть. Симпатично. А тут два, да? Два. Ой. Сегодня моя распаковка. Вот так вот. Мне очень нравится. И вот такие вот крючки металлические. Угу. О, боже. Типа вот так, да, будет? Да, 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 да. Тут фонарь мы повесим. Можно и фонарь, да. А так смотри, их можно использовать много, да, типа крючков. Не только тут, тут, там сюда что-то завести, сюда. То есть развешивать какие носки, белье, там, я не знаю, простыни, что мы там стираем, шторы. Сушильные машины есть. И сушилки. Хорошо, фотографируй, давай цену покажем. Значит, $23. $23. Что, было картинок 25. Нет? Так сразу к цене быстро перешла. Ну, мне интересно была, какая цена. Недорого? Да. Даже дрель понадобится. О, видишь, для птичек. Можно на и дерево. Так, да. Вон у нас стоит дерево там. Тоже можно подцепить. Мы все пытаемся скворечник прилепить куда-то. У нас стоит и стоит, и думаем все куда. Ну, где-то за рамками нашего дома, правильно? Вот там вот на дереве. Хорошо, интересная находка. Конечно же. А у нас следующая коробка на очереди. Удивляемся, да, друзья, удивляемся. Сегодня очень крутая распаковка, очень. Ай ты, ну, смотри, значок чего. Да, я вижу. А нам в прошлый раз тоже попался в стикерах Starbucks, да? Starbucks. Да, но там другая упаковка Starbucks. Была. Давай показывай, что... А это к Неспрессо, наша кофемашина. Вау, ну наконец-то нас это услышали другое. Боги или кто там где там слышит. Для нашей машины, точно, для Virtuo. Хорошо, от Неспрессо. Так, открывай. Так, как она открывается, вот как-то, наверное. Да, оп. Итого, 4 пачки. О, друзья, знаете, сколько? Да, сколько такая одна упаковочка в магазине Walmart стоит? Как вы думаете? 8 капсул. А цена? 12? Около 12 долларов. Представляете, 12. Так, еще 230 миллилитров на большую чашку. На большую чашку. Ну, вот это нам фартануло. Мы везунчики. Потому что мы хорошие люди, друзья. Еще есть Starbucks, Dark Intensity 10-12, он будет такой крепенький, мощненький, да. Хорошо. По вкусу. 4 пачки, по 8 штук, итого 32. А у нас 2 пачки, 64 кофейные капсулы. Ну, нам хватит с разнообразием, с тем, с капсулами, которые нам тоже металлические попались, многоразовые, которые мы уже используем. В том, все-таки в Неспрессо кофе отличный получается. И в стикерах я был удивлен, Starbucks тоже хороший кофе. Растворимый кофе. Да. Растворимый. Потому что, ну, мы когда-то тоже пили Нескафе.
А вот от Starbucks все-таки классно. Ладно, давайте, чтобы убедиться наверняка, посмотрим цену. Ну, вот это богатство, да. Вот это, да, под фортет. Чистое удовольствие. Для этой машины скидок никогда нет, а да. Нам тут... Так, ну вот, пожалуйста, на сайте Walmart 11.50. Кафе Верона. 11.50. 11.50. 8 капсул. Так, у нас сколько получается? 8 коробок? Да что получается? Кофе очень вкусный. Где мой калькулятор? 11.50. У меня настолько зашкаливают эмоции, что не могу даже посчитать в уме. 11.50. Что? $92. Ого! За кофе. Представляешь, как мы сэкономили, да? И при этом получили такое удовольствие, да? Ну, вау. Чего только не попадается. Что спасибо, еще? Скажи. Спасибо этому магазину. Мы ожидаем еще больше таких сюрпризов. А на подходе последняя коробка на сегодня. Фух. У меня аж так. И... Подарочная упаковка красивая. Лен Лам. Так, ну я уже достал. Ты видишь что-то? Нет. Открываю. Так, посмотрим. Так. Постельная. Ого. Ты, она ты... сама и разложилась. Да, это ты, не сама. Автоматически такая, оп. Типа, возьмите меня. Наконец-то кто-то купил меня. 10, что 10? 10 давай, что 10. Показывай, что и как. Так, ну плотненько связано. Ну, нам похоже попадать. Да? Это хорошее качество, микрофибра. Приятно, на ощупь. Mm-hmm. Действительно приятно, да? Это постельный набор. Давай. На какой размер? Я тут знаю. Надо сейчас смотреть. Так, вот. Есть и цвет бирка. Такой, ага, вроде бирка. Попадался, да. Все, так, друзья мои. Микрофибра. Size King. На большую. Точно не на нашу. Ну, что сказать? Что сказать? Продаем. Да, что? Потому что у нас нет такой кровати. Не потому что микрофибра, потому что у нас такой кровати нет. Ну, если... Вообще, просто на резинке, а сколько там наволочек? Потому что может быть и 4 попасться. А, да? Давай. Угу. Как-то аккуратно так. Обычная простынь, просто на резинке и большие, наверное, наволочки. Если они есть. Там циферка 10. Ты видишь их тут вообще? Да. Давай, наверное. Мне кажется, вот они. Раз. Ого. Здорово такая, да? Смотри, раз. Два. Все? Все, нет, три. Три. Это мы просто все перелистываем такие. Четыре. Четыре наволочки. А что 10 было? Хм, мне кажется, это просто. Итак, 6 частей. 4 наволочки, простынь и простынь. Отлично. Ну, просто на резинке, простынь под одеялом. Да. Друзья, такое тоже хорошо разбирают, покупают люди действительно. Может, я где-то там и носом кручу, но люди покупают. А люди не крутят. Да. Берут и покупают. Чем? За такую цену отлично. Да. Чего бы не купить. Хорошо, тогда находим, смотрим цену. И не крутим носом. Да, хорошая компания, много хороших отзывов, много продаж. Друзья, значит, точно такой набор, только в наборе 4 части. Ну, 2 простыни, 2 наволочки. Да. У нас, получается, будет подороже. Добавим или не добавим? Ну, я думаю... Ну, плюс-минус там. Ладно, эта компания дорогая, поэтому, наверное, добавлять ничего не будем. Так да. И посчитаем. Подожди. 150? Да. У-ху. Наш цвет серый. King 150. Вау. Боже. Вот эта микрофибра, она действительно дорогая. Ну. Ну, не знаю. Может, мы отсталые от жизни. Хотя мы почитали информацию, что такое микрофибра. Но мы почитали и сделали свои выводы. Но сейчас, мне кажется, просто люди хотят сказать, по новым технологиям все делается уже чисто, лучше и намного комфортнее и удобнее. Поэтому как бы микрофибра тоже приветствуется. Хорошо, значит, что нам осталось? Позвать нашего эксперта, подвести итоги и сообщить выгоду на сегодня. И кто тут у нас? Привет. Пришел маленький ревизор. Смотри, какие у нас покупки. Че, как они? Посылки. Что это такое большое? Ну, ходульки. Давай, иди, смотри.
Друзья, подведем быстренько итоги нашей распаковки. Как всегда, классно. Ну, классно же, да? Ага, мне Юшик на чайник сразу. О, чайник крутой, очень красивый. Да даже, да, сидят семья, сидит семья, гости. Ты подаешь таким чайником на подносе. Очень красиво и эффектно будет, ну, правда? Открывай, открывай. Вот хорошая нажимать емкость, надо. Хорошая находка. Да. Шторы, будем думать, куда и что. Под чайник, шторы под чайник. Да, вот это будем продавать, это строителям понадобится. Ну, это для мебельщиков. Да, я думаю, кто дома мебель меняет, тем тоже пригодится. Лампа, подумаем. Да. Там мы вообще тут все думать будем. Что? Думать все будем. Тут. Все думать. Вот это я точно себе оставляю. Мне это понравилось. Постельное мы оставляем Ульяне. Кофе, капсулы для нашей кофемашины. Вот надо так. Это находка так находка. Повезло, да. Доска. Мне она очень понравилась. Будем, не будем думать, у нас нет такой кровати, это тоже оставляем себе. Под цветы пойдет, да. Короче, что мы там, все оставляем, ничего не продаем. Чего? Получается. Ну, несколько вот вещей, это, вот это, да. Так, хорошо, давайте подводим итоги. $686 у нас получилось на сегодня, 50 мы затратили, $636 выгоды. Представляешь, Мия? Да? Наш ревизор маленький. Хорошо. Хорошие находки, действительно. На этом передача сегодняшняя заканчивается. Нам тоже жаль, как и вам. Но время есть время. Поэтому всем спасибо, кто досмотрел нас до конца. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Оставайтесь счастливы вместе с нами. Всем пока-пока. Всем пока. Пока-пока. Бай. Бай. Покажешь нам воздушный поцелуйчик? Муа. Давай. Муа. Я не поняла, что происходит.